Белые фартуки с кружевом и строгие костюмы. Ульяновские школьники нарядились на самую запоминающуюся линейку в их жизни. Последний звонок прозвенел для выпускников 9 и 11 классов. В 21-й школе на улице Тимирязева торжество состоялось не во дворе, а в актовом зале. Праздничным утром шел дождь. Выпускница 11 класса Мария Ротнова благодарна своим учителям. Девушка призналась, что будет скучать по школе, однако она уверена, что надо отпустить прошлое и двигаться дальше. Мария уже выбрала профессию. Хочу остаться в своем любимом городе и инвестировать в себя в развитие этого города, инфраструктуры здесь, рынка труда здесь. Поэтому, наверное, это будет педагогический вуз, возможно. А по специальности примерно кто? Кем себя видишь через день? По специальности вижу себя учителем обществознания. После гимна Российской Федерации на сцену актового зала вышла директор школы. Людмила Геннадьевна поблагодарила выпускников за прилежную учебу и активную общественную деятельность. Фундамент гармоничной личности закладывается в семье, уверена Людмила Васцина. Выражаю слова благодарности родителям. Это вам спасибо за ваших достойных детей. Вам за них будет не стыдно. Впереди, ребята, будет трудное время. Буквально завтра уже начинаются экзамены. Это очень сложно, это очень ответственно, потому что после школьной жизни у вас будет другая школа. Школа жизни. Скоро вчерашние школьники станут студентами. Годы учебы в вузах пролетят, как и школьные, незаметно. Алексей Русских заглянул в будущее и пригласил молодежь на ульяновские предприятия. Вузы Ульяновской области ждут вас с нетерпением. Они ждут вас с распахнутыми воротами. Хотел бы обратиться к тем, кто решил уехать из региона, поступить в какие-то столичные вузы. Помните, что мы вас здесь всегда ждем. И тысячам предприятий и организациям Ульяновской области очень нужны ваши светлые головы. Официальная часть праздника сменилась творческой. Выпускники танцевали вальс, пели песни. Ансамбль танца «21 век» тоже выступил шоу-программой. На сцену выходили и родители. Они подготовили номер с песнями и танцами. Подобные праздничные мероприятия 25 мая прошли во всех школах Ульяновска. В этом году выпускается около 5 тысяч 11-классников. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.